Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт магии и наслаждений. Сегодня мы рассмотрим такой расклад. Бывший партнер, остались ли у него чувства к вам? И у нас выпадает карта 10-го аркана. Карта 1-го аркана маг. И карта семерка жезлов. Но на самом деле он любит себя любимого, да? С чем это связано? Это связано с намерением страстного секса с вами, с тем, что он магичит на вас, да, или бегает куда-то посмотреть ситуацию. Он такой сильный лидер, сильный манипулятор, да, который умеет держать вас в тонусе. Это связано с тем, что вы сильно разочаровались в нем, ему надо как-то изменить ситуацию, да, и вплоть до насилия он готов лишь бы быть только с вами. Но сейчас он не хочет секса вообще ни с кем, да. С чем это все связано у нас? Это связано, что он сидит в теплых ностальгических воспоминаниях о вас. В том, что он надеется, что вы первое дадите ему знаки какие-то, говорящие о сексуальном желании к нему, то, что он хочет создать с вами семью, он понимает, что вы роскошь и не каждому по карману, что он должен заработать деньги, чтобы хотя бы до вас дотронуться, соприкоснуться с вами, да, быть у ваших ног. А вы сейчас не хотите с ним никаких отношений, он стоит на распутье, в дверях не знает, как ему поступить. Поэтому он бесится, психует, ревнует, он бы написал, конечно, вам кучу гадостей, но он хочет сохранить эти отношения. Поэтому у него есть намерение какими-то такими маленькими шагами и подарочками, да, завоевать вас. Но при этом он еще хочет и вас наказать и подчинить, так как он у нас манипулятор, да? То есть у него свой такой план Барбаросса, и взять вас даже физически, скажем так, насильно, если вы что-то не захотите. То есть то, что у него остались к вам чувства, это да. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.